Всем привет и добро пожаловать на канал Story Games. С вами Юрий, и сегодня мы начнем проходить игру под названием Remember Me, что переводится как «Помни меня». Эту игру я прошел один раз, когда-то очень давно, в 2014 году. Да, насколько я помню, она очень классная. И хотелось бы вам ее показать. И самому еще раз пройти и испытать те же эмоции, которые были в 2014 году. Ну что ж, новое сохранение, игра поддерживает функцию. Так, это понятно все. Залезем в настройки, быстро посмотрим, что тут по звуку, по громкости. Как тебя убавить-то? В эту игру я помню, что... Я играл с джойстика, поэтому сейчас я тоже взял джойстик, или как его правильнее называть, геймпад от 3-й PlayStation. Кто-нибудь еще помнит, что это такое? А вот у меня есть такой раритет. Ну все, мне кажется, так достаточно оставить. Достаточно. Да, собственно, достаточно. И... быстро. Параметры изображения. Все высокое, все хорошо. Ну что ж, начнем нашу новую историю. Добро пожаловать в Ново-Париж 2084 года. Bienvenue. Я знаток французского, если что. Так, сложность. Ученица и рарист. Наслаждаясь сюжетом, не обязательно быть лучшим бойцом. И рарист — идеальное испытание для опытных игроков. Ну, один раз я ее прошел, давайте... посмотрим еще раз на уже. After our boat sank, I was the only refugee to reach the shore. I held my husband's hand until the very last second. I can still feel the nails of his fingers digging into mine, you know? The first night he said to me, "Let's share our memories." I remember I was sort of afraid, but and he smiled and we hit the switch together, and then I felt everything. Oh, for the first time, I was living all of his love for me. It felt so warm and so strong that it almost hurt. For the last 3 years, every day has been our first day. The weather was so hot that day. The streets stank of this awful smell of burning plastic. I walked with the other children across town until we were outside of Paris. No one fired. The war was over. I don't know if I'll ever find the courage to give these memories to my son, but I'm relieved to know that they are all safe and secure. Thanks to my sensen, I choose to remember every defining moment of my life. Good ones and the bad. Thanks to my sensen, my husband lives on. Here and here. Мы только что посмотрели рекламный ролик, с которого можно понять, что в 2084 году была придумана новая технология, которая позволяет записывать воспоминания, обмениваться ими. А вот и наша главная героиня, с которой сейчас... Видимо, она попала в красную комнату. Ну хватит издеваться-то уже над бедной девушкой-то. Host memory wiped. Sensen awaiting new memorial content. Вот и ей стерли память, по-видимому. Good day. Can you hear me? Слышу я тебя. What is your name? Nevin. What year? What did you say? Видимо, не все стерли. Nevin. Dan.
Now that's a first. Not to worry. We'll scrape away those last memories. What year is it? I don't know. It's 2084. Do you know where you are? No. Not so resistant after all. Thank you for your cooperation. Какой тебе кооперейшн? Доктор Квейд. Yes. За что нас поймали-то вообще? This subject is displaying some resistance. Complete the substitution protocols, then send her to me. I'll erase the last barriers myself. Не пойду я к тебе. Осмотримся. Так, поднимаемся. Ничего страшного, вернем эти твои воспоминания. Вдоль оранжевой линии. Ну пошли, тем временем нас встречают титры, которые рассказывают нам, кто сделал эту игру. Там какая-то тетка объявила, что нам нечего бояться. Но, судя по нашему состоянию, нам есть чего бояться. Видимо, до нас кто-то пытается связаться с нами. Но что-то у него не получается ничего. Я вообще нифига не помню, что здесь сюжет игры, поэтому... А что там в кресле с нами будет? Еба! Я не хочу в это кресло, если честно. Можно я не пойду в это кресло? Нилан, can you hear me? Да, слышу, спаси меня. They're about to wipe your brain. Don't let them do it. I need to create a diversion. Be ready to move when I say. Who are you? I'm the voice you have to listen to if you want to live. Ну давайте доверимся тебе. Don't leave me alone. Не бросай, слышь, куда ты пропал? Move forward. Very good. Ну, можно уйти куда-нибудь? Господи. That got their attention. Отлично. The large metal shutter is going to raise on your left. If you understood me, move your head. I'm linked to your sensen. I'll feel it. Так. Нашли мы дверь. Давайте под ней. Прям... пролезем. Там хотя очень маленькая щелочка. Не, все-таки игра слишком громкая. Сейчас еще убавлю чуть-чуть. Сейчас катсцена пройдет. А может сейчас... А, можно. Так. Чуть потише. До 60. Вот так вот. Еба, какой страшный. Надеюсь, нам сейчас не придется с ним сражаться. Не помню вообще ничего. Пошли. Опа! Запалили!
Ёпта, ты все-таки вылез. Воу-воу-воу, какой ты страшный. Беги. Быстрее беги. Беги! Быстрее, бля! В смысле? Чё-то... Можно это пропустить? Всё-таки меня поймали. Там он сказал как раз, когда меня поймали, что куда-то направо надо. Вроде как, да? Блин, чё так громко-то? Ещё, что ли? Вот так вот тебе, что ли, сделать? Что-нибудь поменялось, нет? Мне кажется, вообще ничего не меняется. Беги! Быстрее беги! Давай! Все, спаслись! Get up. You've got to keep going. Должна, давай поднимайся. Погнали. В жопе ты. В какой-то глубокой, по-видимому. В гроб? А где гроб? А, вон гроб. Ну, пошли в гроб. Залази! Не бойся, залази! Это новый химический элемент. Это как съезди. Не, сном это не окажется, к сожалению. Режиссер Жан-Максим Морис. Ну, начало прям такое атмосферненькое. То, что я делаю, указывает мне, что искать. Пьер Сулаж. Ну, давай. Нас куда-то выкинули, судя по всему. Нилан. Are you okay? Да нифига! I need to get out of here. Get me out of here now. Calm down. My name is Edge. You have to trust me, sis. I just did, bro, and now I am trapped in a coffin. I must prepare you for what is waiting outside. The enemy. А что я снаружи вижу? A corporation that has digitized and commoditized memories. They call it Sensen technology, and the world is addicted to it. You follow? Yes. You were a memory hunter, Nilan. The best. Other hunters merely pillage memories, but you can remix them. And above all, you are an errorist, just like me. Why did they do this to me? What? You were a revolutionary fighter, and my best agent. We all fought to assure that no firm might build a monopoly on all human memories. But I failed. We were rounded up and imprisoned. Oh, this is all very interesting, but I really have to get out of this coffin now. The currents are going to take you to slum 404. Once you've landed, I'll tell you my plan. Трущобы 404. Трущобы не найдены. Remember me. Блин, ну вступление прям такое классное. То есть, типа, как нам сказали, мы были борцом против компании, которая, собственно, создала эти... Как это, сенсины, они там тут называются, да? Которые записывают воспоминания и позволяют обмениваться ими, продавать их и все такое. Ну, это как обычно, судя по рекламе, это классная технология, а судя по реальной жизни, это ни хрена, ничего не классно. Найдутся любые люди... который использует это во вред и себе, и другим людям.
Что это за чуваки? Еба. Какие-то зомбаки, что ли, в которых их превратил этот сенсинг, который у них сзади. Ну что, там еще один приехал к ним? Классно. Fame's lost now. A new us. Tears and grins. Lost. Look! A new us! Ну, господи, какая радость-то. Своего встретили, чуваки. С днем рождения! Тортик где? Со свечками. О, нас открыли. Но, судя по всему, нам не рады будут здесь. Какое мясо тебе? Ну, на друзей ты тут не рассчитывай. Так, ну ладно, нас, по-видимому, не слушают. Так, уклоняться нас научили на крестик. Так, нажмите. Это что? Это вот это, да? Так, в лабораторию связок. По ходу игры вы будете открывать ранее забытые боевые приемы. Хорошо, открытие приема можно использовать в связках. Отлично. Обратите внимание, что первую ячейку в связке изменить нельзя. Прекрасно. Последовательно нажатие кнопок в связке определена заранее и неизменно. Силовые приемы наносят дополнительный урон и пробивают защиту. Составьте связку из трех ударов, используя оба силовых приема, что вспомнила Нилина. Чё столько информации-то сразу? Выберите прием при помощи левого стика и нажмите А, чтобы подтвердить. Вот единственный минус геймпада от PlayStation 3, то, что тут обозначение в игре от контроллера Xbox. И тут надо аналогии проводить между треугольником, квадратиком и крестиком. Так. Выберите прием при помощи L и нажмите A, чтобы подтвердить. Так, теперь при помощи L выберите ячейку. Выбрали, чтобы подтвердить изменения. Хорошо, значит, у нас будет прием состоять из трех X. X это у нас квадратик на геймпаде, отлично. Из трех ударов с использованием силовых приемов. Подсказка: наносите очередной удар, когда предыдущий попадает в цель. Ну, попробуем. Отлично. Динамическое отображение связок позволяет видеть в реальном времени кнопки, которые вы нажимаете для выполнения связок. Хорошо. Раз, два, три. Прекрасно. Не уклонился. Ну, ладно. Так, уклонился. Отлично, отлично, отлично. Хорошо. Трехударная связка. Раз, два, три. Отлично. Уклонились. Раз, два, три. Все, победили. What are they? Leapers. Miserable castoffs left to rot in the depths of Neo Paris. Miserable. Monstrous, more like. Но для кого как? They are the abandoned children of our Sen-Sen age. Simply humans like you or I, but cast as shadows of our shame. О каком грехе? Another justification for the error's cause. Who's that? Кто там? Еще спустились. Нет, убежал. Ну ладно. Так. Осмотримся, что нас здесь встречает. Ну, здесь пока вроде ничего нету. Пойдем в единственный открытый путь, куда убежал этот лепарь, как его назвали. Так, это что? Это что? Ну что это? Кат или сад блок позволяет всем жителям Новопарижа получить медицинские услуги. Нажмите Б, чтобы использовать его. Б это кружок. Я так понимаю. Все, использовали. Получили медицинскую услугу. С вас 5000. Ну ладно. Okay. You need to get out of here.
Пора. Find Headache Tommy. I told him you were back in the game. Who? He runs a bar at the top of slum 404. Start by climbing out of this dump, and I'll give you directions as and when. Найдите способ выбраться из логова лепырей. Ну, давай найдем. Так. Ну, отлично. Сенсин определяет оптимальный путь. Нажмите А, чтобы подтянуться. Хорошо, нашли, нажали. Здесь внизу что-нибудь есть? Нету ничего. Ну, ты не можешь забираться здесь? Ну, прекрасно. Прыгай. Погнали, надо быстрее отсюда убраться. Так, А, чтобы прыгнуть на уступ. Нажмите L вперед и влево, чтобы перепрыгнуть на соседний. Нажмите Б, чтобы спрыгнуть. Спрыгнули. Прекрасно. Так, дальше. Выход отсюда только наверх. Логично. Ну, наверх-то можно? Отлично. Так, какая-то попрыгунья. Акробатка прям. О, все, нашли способ, мы выбрались. Эдж, кто это Томми Гай? Томми был твоим ближайшим другом. А former memory hunter, who's still faithful to our cause. His bar is in a cargo hull over the canal locks in slum 404. The leaking brain. You can't miss it. Так, надо найти Томми, как сказал нам Эдж, или Край, это наш лучший друг. Я вот не понимаю, в чем смысл переводить на русский язык имена собственные, потому что как-то... Ну, блин, да, я понимаю, что для в английском языке он звучит так же, как для нас в переводе на русский, то есть Эдж — это в переводе Край. Ну, не знаю. Что там написано сзади? Food served all day at the Leaky Brain. Today's specials: crunchy crab cake a la Tommy and sewer shrimps in slum sauce. Так, нажмите Б. Нажали. Там нас ждут лепыри, я туда идти не хочу. Здесь может что-нибудь есть, может какой-нибудь секретный проход, чтобы их обогнуть, но, видимо, нет, и придется идти туда, где эти лепыри. Тут тоже ничего нет. Ладно, пошли. Я так понимаю, развилок тут будет по минимуму. Поэтому, куда нам сказано идти, туда и надо идти. Здравствуйте. Да что это такое? Террористы оставили для вас тайник. Внимательно изучите схему и найдите указанное место где-то поблизости. Так, тут у нас что? Дверь, под ней куча мусора и балкон рядом. Где это может быть? Вот это вот, да, я так понимаю? Да, это оно. Где тайник? Вот тайник. Кат-пластырь. Соберите 5 пластырей, чтобы получить дополнительный... Что там, здоровье, да, дополнительное можно получить, собрав 5 штук этого пластыря. Ладно, будем искать. Самое главное... Ой, привет, чувак, что там сидишь? Я тебя вижу. У тебя рука прошла сквозь текстуру или нет? А, нет, это такой угол обзора, ладно. Опа, не надо нам падать, забирайся обратно. А куда дальше-то на? А, вот, наверх. Забирайся, погнали. Так, чтобы прыгнуть назад, нажмите А, указывая в сторону от стены с помощью... Отлично, прыгнули. Спрыгивай. О, драка ждет. Опа! Ты чё? Ты чё? Ваше здоровье на исходе, нажмите... Вот это, чтобы открыть меню. Лаборатория связок. Вы открыли новую связку из 5 ударов. Продолжить. Стал также доступен новый вид приемов, регенерирующие. Продолжить. Когда Нелин выполняет регенерирующий прием, ее здоровье восстанавливается. Изменить свои связки, используя новые приемы. Хорошо, давайте посмотрим. Так, X это у нас удар. А Y это у нас восстанавливает. Правильно? Хорошо. А, тут можно только
три, да, сделать? Y, X, Y. Y — это треугольник. Хорошо. Выйти из меню. Раз, два, три. Отлично. Раз, два, три. Шикарно. Раз, два, три. Уворачиваемся. Раз, два, три. А-а-а! Меня ударили только что. Два, три. Уворачиваемся. Два, три. Уворачиваемся. Раз, два, три. Раз. Опа, уворачиваемся. Три. Отлично. Супер. Раз, два, три. Шикарно. Здоровье у нас полное. Так, не беги за мной. Раз. Уворачиваемся. Два, три. Раз, два, три. Раз, два, три. Пошел в жопу. Здоровье полное, можно ебашить. А, уже не полное, ладно. Да что такое-то? Вот, вот же у меня связка. Два, вот так вот, хорошо. Давай ты теперь, чувак. Все, отлично. Раскидали. Как детей. Дальше куда? Куда, да? А, вот сюда. Все, шикарно. Так, прыгнули. Вниз. Поднимаемся и идем искать нашего Томми. Как его там назвали? Томми Хедейк? Томми Боли Голова? Так, здоровье у меня полное. Лечилка не нужна. Это классно. Тележка. Активировать. Б. Так, так, так. Эй, чувачки. Вы там? Так, о, еще один тайник. Как он выглядит? Так. Какой-то кран. Опять куча мусора. И какая-то дырка посередине. Это где? Найти бы это место еще. А, нас тут заперли, так что он где-то впереди, да, я так понимаю, это место? Хорошо. Поднимайся, поднимайся. Вот это не оно там внизу? Ну-ка еще раз посмотрю. Да, это оно там внизу, по-видимому. Только куча мусора почему-то нет. Ну, кран такой же. И дырка такая же. Ну, вообще, что-то не очень похоже. Кучи мусора нету только. Туда можно? Нет, видимо, нельзя. Ой, куда ты? Я не ту кнопку нажал. Ну, ладно. Сейчас загрузимся с этого же места. Да, отлично. Давай, поднимайся. Тут еще-то, значит, где-то должен быть. А, опа! Раз, два, три. Раз. Супер. Доступно новое ключик. Вы достигли порога ОПП и можете открыть новые приемы. Каждый раз, достигая порога ОПП, вы получаете возможность открыть новые приемы. Посмотрим, что за новые приемы. Так, что мы можем открыть? Сражаясь, Нерин получает ОПП, очки процедурной памяти, при помощи которых может открыть забытые приемы. Нерин хватает ОПП, чтобы открыть новый прием. Придумайте, как можно использовать новый прием в более длинных и сильных связках. Отлично, что мы можем открыть? Только вот это мы можем открыть? Ну ладно, откроем. Связку с использованием нового приема. Чем связка длиннее, тем она сильнее. Хорошо. Давай создадим. Вот у нас вот четвертый. Можно сюда поставить. Отлично. Значит, у нас получается Y, X, Y, X. Хорошо. То есть треугольник, квадрат. Супер. Так. Где кран, который мне показали? Там же тайник... А, вот он, судя по всему. Забирайся. Да, это он, а вот и тайник. А, кат-пластырь 2 из 5. Отлично. Еще 3 и будет новое очко здоровья. Чтобы воспользоваться лестницей и другим подъемом, нажмите А, находясь рядом с ним. Отлично. Полетели. Точнее, не полетели, а полезли. Воу-воу-воу-воу, чувак, ты что творишь-то?
Отстань от меня, действительно. Так. Прыгнули. Еще раз. Да куда ты прыгаешь-то? Наверх. Ой, блин. Горячий пар. Поехали. Поехали. Поехали, полезли. Что-то тут все надписи про боль. А музяка-то какая классная. Еба. Оу, убили девку. Ты чё так? О, это босяра. Ну, сейчас, по-видимому, с ним сражаться, да? Так. У него тактика есть какая-то специальная, он ее придерживается. Боль, 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 боль. Да уж, действительно. Ну тебя-то ни с кем не спутаешь. Так. Блин, я пропустил, что мне там написали. Ага. Тебя ударить нельзя. Хорошо, а что с тобой делать? Что с тобой делать-то? А, можно тебя ударить? Раз, два. А-а-а! Ты чё? Блин, я не успела среагировать на него. О, еще повылезали. Ну, зачем вас так много-то? Воу-воу-воу, они его усилили. Живодер намного сильнее, пока рядом с ним другие лепари, так что сконцентрируйтесь сначала на них. Отлично. Мне это нравится. Раз, два, три. Мне бы здоровье восстановить. Для начала. А-а-а, убегай. Здоровье надо восстановить. Давай другую связку. Подожди, не беги ко мне. Два, три, четыре. Отлично. Восстановили чуть-чуть. Раз, два. Уйди нахер. Уйди нахер. Отлично. Бейте его. Бьем, бьем, бьем. Опа. Не попал. Не успел. Ну ладно. Отлично. Четырехударная связка была. Опа, не попал. Все, что ли? Я думал, будет сложнее. Ну ладно. Да. Ну, конечно. Типичный киберпанк. Что-то пошло не так, как обычно. Куда дальше-то? Куда дальше-то? Кран. Отлично. Залезай. Так, назад. Угу. Кто нас там режет? Так. Спасибо большое. Чего там человечество на угрозу варвар? Да клипыри-то благодаря вам появились-то, или я что-то не понимаю. Залезай.
Вау! Вот это видок. Такая... Вообще такой контраст. Разрушенный город и новенькие мониторы на нем с рекламой этой корпорации. Доверяй своему сенсису. Написано на рекламной афише, но судя по тому, что мы уже увидели, доверять ему не нужно никак. Leaking Brain. Так. Leaking Brain Bar называется «Текущие мозги». Логично. Нет, забирайся обратно. Тебе надо прыгнуть. Да, я сказал, прыгнуть надо. Вот так вот. А дальше куда? Дальше просто спрыгнуть. Правильно, правильно. Привет, чувак. Bits and Fish. Рыбу продаешь? Кусочки. Ну-ка, можно полечиться? Полечиться. А, у меня полное здоровье, хорошо. Сколько съешь? Не задаем вопросов, не отвечаем на них. Ну правильно, зачем задавать вопросы, если человек пришел пожрать? Так, тайник. Тайник. Синие ящики, красный, желтый, синие банки, настоящие на столе, рядом коробки. И проход арочный какой-то. Я так понимаю, это где-то... Найдена памятка технологии? И что это такое? Так, я так... А, вон она. Вон она. Оно вон. Вот и тайник. Хорошо, 3 из 5. Памятки, которые мы нашли, можно прочитать в дневнике. А вот дневник, собственно. Чё, а где мы нашли-то? Ну, понятно, короче. Дальше поехали. Чё здесь? Сколько съешь, узнаете, что у нас сегодня. Нет, не хочу я есть. Но мне нужно искать Томми. Боли голова. Так, по лесенке вверх. Ну, вверх по лесенке. Так, так, так. Чувак, ты чё приуныл? Все нормально, я всех лепарья... отпиздил, так сказать. Дальше куда? Что это такое? О, еще один пластырь. А тайника не было. Ой, мне всего лишь один остался. Найс. И у меня будет еще одно... Очко здоровья. Не очко, а ячейка. Здесь есть что-нибудь? Чувак, ты что сидишь? Наркоманишь? Ну и ладно. Опа! Заберись обратно, надо прыгнуть. Отлично. Здравствуйте. Ну, сори, так сори, я пошел. Блин, вот действительно, я не представляю, как в эту игру можно играть с клавиатуры. Да, с геймпадом так удобно. С ноги дверь вынесла. Вообще молодчик. Я смотрю, с тобой все в порядке, только ты не помнишь ни хрена, да? Опа, опа, опа. Сейчас новый прием вспомни. Оу. И что это такое было? Отлично. Мне очень нравится. А почему они должны вернуться-то, если их стерли вообще? Обычно же не возвращается при стирании. Ну ладно. Допрыгнешь? Допрыгнула. Молодец. Follow Tommy's flying drones to his bar. Так. Вниз. Теперь сюда. Удерживайте РБ, чтобы быстрее двигаться вдоль уступа. РБ это вот это что? Да. Опа. Прыгай, прыгай. А, ты допрыгнешь до сюда, нифига. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Да, действительно, так, такие классные пути советуешь. Край.
Мне кажется, что-то он темнит. Прям так сходу сказал, что он был нашим лучшим другом. Так. Теперь надо... Ой! А тут она до сюда доходит. Я думал, она не доходит до этого края. Ща попробуем. Надо всего лишь подождать, пока она пройдет. Прыгай! Быстрее! Отлично, красавица. Прыгай. Теперь, наверное, можно спуститься, да? Ну, конечно же, почему бы и нет? Беги быстрее, пока все не обвалилось нахрен. Опа! Опа! Класс, крутяк. Так. Пути назад нет, поэтому идем только вперед и вперед. Что у нас? Надо налево, да? И потом наверх. А там либо наверх, либо вниз. Что внизу? Посмотрим. А, внизу тайничок. А, нет, памятка. Ладно. Памятка — это всегда хорошо. Теперь надо придумать, как... Вот. А, ну все, в принципе, здесь ничего сложного. Погнали наверх. Наверх, наверх, наверх. Ого. Так, мы обошли немножко город, оказались прямо у бара «Жидкие мозги». Но продолжим мы искать Томми уже в следующей серии. А на сегодня все. Игра, я надеюсь, вам понравилась. Я ее продолжу проходить. Если понравилось, ставьте лайки. Спасибо за просмотр. Пишите в комментарии. Подписывайтесь на канал, вступайте в паблик ВКонтакте, на Дискорд сервер, подписывайтесь на Twitch. И всем до следующей встречи на Story Games.